Всем привет! Едем по автобану в Германии. Хочу вам показать, насколько чистые дороги. Омывателем вообще не пользуемся, щеточками только. И все, и стекло, все чисто. Машина чистая, ничего не летит, все чистенько. Да. Скорость здесь большая. Вот у нас сейчас в данный момент 130. А тут можно, я не знаю, километров 160, наверное, да? Не знаю. Ну, в общем, у нас... Сейчас буду разгоняться. Да, мы сейчас еще... Нас еще и обгоняют. Идем 130. Поэтому... Посмотрите, насколько все чисто. Вы видите? Ни одного омывателя. Я заболела. У меня в очередной раз ангина. Были у врача. Все нам выписали. Антибиотик. И сказали, завтра еще нам будут звонить, следить за нашим здоровьем. Поэтому едем дальше. Слушайте, очень много мы проезжаем вот таких панелей. Это солнечные панели. Очень много вот таких ветряков. Погода, конечно, не очень удачная, я выбрала. Вот. Едем дальше. На 21 минуту. Вот так. Потихоньку едем. Что-то случилось. Анютины глазки. Красота. Приехали. Мы прям недалеко от Мюнхена.